Добрый день, уважаемые друзья. Сегодня будем выходить на Бае 54 Аква на ходовые перед подъемом. Посмотрим, как она себя ведет. В принципе, я знаю, но решил запечатлеть это все на видеокамеру. Вот. И сделаем, как говорится, завершающие тестовые испытания. Вот. В принципе, погода сегодня особо нас не радует. Ветер северный, 10-15 метров. То есть акватория клуба закрыта, но посмотрим, выйдем сейчас в море, посмотрим, как там ветер себя покажет. Ну и волну. Заодно протестируем, как она себя ведет на волне. Вот она, наша красавица. Все, увидимся чуть попозже. Jet planes in the night sky with you. Getting high in the sunrise with you. Getting through all the bad times with you. I wasn't missing a thing, no I do. And I wish that I could do the time machine. Cause time moves on. Все, у нас концы отданы, посмотрим, как она себя ведет. Ветер усиливается, поэтому долго задерживаться не будем в море. Что, яхта ведет себя уверенно. В принципе, никаких вибраций, ничего. Держит ход четко, пока на малых оборотах. Ну, сейчас выйдем в море, добавим немножко, посмотрим. Getting high in the sunrise with you. Яхта ведет себя уверенно, без вибраций. Супер. Испытали нашу детку на 40 узлах, идет уверенно, вот именно как танк вкопанная. С 14 где-то до 27 меня что поразило, очень быстрый был набор скорости, буквально за 5-6 секунд я не успел сам оглянуться, как с 14 узлов мы уже шли 27, просто на глазах. Такой динамики на дизельных двигателях я не наблюдал. Плюс здесь то, что здесь стоят не колонки, а винторулевая группа гарнизона. То есть это специально используется на катерах спортивных для быстрого набора скорости, для уверенного удержания яхты на курсе. То есть колонки гарнизона, вы можете зайти в интернет, почитать, кто их использует и по каким техническим данным, и почему их вообще ставят на яхты. Все, сейчас мы уже идем в марину. Малышку проверили, все отлично, без замечаний. Сейчас идем уже на подъем. Ну, подъем я вам покажу уже немного позже. Пока ждем подготовки и бригады, береговой, и крана. Что еще интересно, то что пока мы не нагрели двигателя где-то до 50 градусов, он не хотел развивать обороты. Вот, больше 1000 оборотов он не развивал. Мы прогрели двигателя на малых ходах, довели до нужной температуры и смогли уже полностью разогнать эту красавицу.
Вот, так что система безопасности и контроля двигателей работает, все как бы без замечаний. Getting high in the sunrise with you. Getting through all the bad times with you. I wasn't missing a thing, no, I do. And I wish that I could turn a time machine. Cause time moves on. Getting high in the sunrise with you. Getting through all the bad times with you.